Смертельное ДТП с участием патрульных в Черновцах. Прошлой ночью на пешеходном переходе экипаж полиции сбил 28-летнего мужчину. Он погиб на месте. В версиях разбиралась Ольга Паламарюк. Все случилось на улице Русской около 2 часов ночи. Автомобиль патрульной полиции как раз дежурил в этом районе. Вдруг на проезжую часть дороги внезапно выбежал пешеход. Удар был такой силы, что мужчина отбросило на несколько метров. Он скончался на месте. В полиции рассказывает, дежурный экипаж преследовал нарушителей, поэтому и спешил, но скорость была в пределах нормы. На автомобиле горели синие проблесковые маячки. И случилось все за несколько метров до пешеходного перехода. Здесь уже патрульних поліцейських, з одного з дерев вибіг пішохід, раптово стався удар, вони почали пізніше гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль. Ну і по інерції, на жаль, тіло відкинуло. Один працівник має понад 2,5, один працівник понад 3 роки досвіду саме в роботі патрульної поліції. Ну от у очевидців друга версія произошедшого. Дескать, все случилось на зебрі, а патрульне авто їхало з приличною скоростю. Є ж пішохідний, це ночі, він же освіщається, вон там. На место аварии родные погибшего несут цветы и свечи, а произошедшим говорят неохотно. Я лично с ним была рядом, я уженька мала быть. Патрульные были трезвые, ехали со скоростью не больше 80 км в час. Это данные предварительной экспертизы. Делом уже занялись областная прокуратура и СБУ. И транспортный засіб, и видеорегистратор вилучені під час огляду місця події. Та перебуває на зберіганні прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу. А от общественные активисты уверены, все случилось из-за напряженного графика роботи поліцейських. Причин, возможно, дві. Перша – це хроническая усталость патрульних поліцейських. Сейчас патрульные отстранены от работы, но не задержаны. Следствие также должно установить, был ли на момент аварии трезв сам пешеход. Ольга Паламарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновцы.